День молодежи в Тамбове прошел под знаменем здорового образа жизни. Летний праздник устроили в привычном ярком формате. О любви молодежи к спорту. Светлана Болдина. Площадка на набережной превратилась в большой концертный зал под открытым небом. Здесь собралась активная молодежь региона, а на сцене лучшие тамбовские музыканты и танцевальные коллективы. Композиции в программе праздника самые узнаваемые. Есть как современные хиты, так и ретро-легенды. Молодость – самая счастливая пора, и нужно успешить все успеть, чтобы потом не было обидно за бесцельно прожитые годы. И чтобы обязательно мы, молодежь нашего города, могла творить, дерзать, делать, наверное, невозможное. Потому что на самом деле все зависит от нас. Выбрать форму досуга под настроение, возраст и силу мог каждый. Площадь музыки была усеяна творческими и конкурсными площадками. Пройти их все за вечер можно было разве что бегом. Главное направление – антинаркотические акции ЗОЖ. Участники несли спорт в массы, показывая альтернативу негативным привычкам. Вот посмотрите, вы же видите, сколько ребят в данный момент уже приседают, а время еще только половина седьмого, только начало. Конечно, очень много людей. Тем более, современная молодежь не может без спорта. Если сколько уже раз присела, расскажи. Раз 50 точно. Что, спорт, говорим, да? Да, каждый день занимаюсь. А здесь гости могут научиться навыкам капоэра, боевому искусству, похожему на танец. Причем соперники не бьют друг другу кулаками, а наносят изящные удары ногами, делают сложные прыжки и подсечки. Я раньше занималась различными видами спорта и боевых искусств, но в капоэре я нашла квинтэссенцию. Здесь есть все, что может поддерживать мое тело и мой дух в гармонии. Море живого звука и невероятная энергия ритмов наполняла площадь и сердца гостей. Здесь люди, для которых здоровый образ жизни – одно из составляющих счастья. Нам очень нравится, мы каждый год это мероприятие посещаем. Очень много развлечений, не скучно вообще. Здесь очень много развлечений, где можно активно подвигаться и позаниматься спортом. Поэтому спасибо администрации, это очень круто. Тамбовская область говорит нет наркотикам, а спорту да. Самых активных волонтеров области наградили благодарственными письмами, а площадь музыки не переставала наполняться людьми, ведь впереди их ждала самая зажигательная часть программы – дискотека. Светлана Болдина, Дмитрий Тищенко, Анна Мусатова, Область новостей.